Вот, ребята, смотрите, вот эти два красавца арбуза, которые потянули на средние руки бутылку виски в общей сумме. Да, мама? Да, и мы будем их есть. 310 гривен это стоит. Да, друзья, пошли времена, когда в Украине мы покупаем арбузы, которые сравнимы по стоимости со среднего уровня бутылкой виски. 12 гривен килограмм. Красавцы. Это подарок Ольге с Платоном на мой день рождения. Завтра он у меня. Так что я буду есть арбузы. Арбузы, как известно, очень полезны и вкусны. Особенно я их люблю. Вот сколько себя помню, столько я их ем в огромном количестве. Вот просто живот у меня начинает напоминать вот такой арбуз, потому что я не могу остановиться. Ну, что хочу сказать. Можно сесть на диету и 10 дней посидеть, ну или хотя бы неделю, только на арбузах. Вот как захотелось вам кушать, берете и ешьте арбузы. Что касается нитратов, которые могут быть в арбузах, не отрезайте слишком близко к корке, оставляйте сантиметр, потому что арбузы и всякие фрукты, овощи имеют такое свойство, если есть нитраты или какие-то вредные вещества, накапливать их в кожуре, а капуста в кочерышке. Поэтому все нитраты в основном в корке этого арбуза. Ну, сколько я себя помню, сколько я ем арбузы, ни разу не было такого, чтобы мне от арбузов было плохо. Вот они, красавцы. Смотрите, друзья, я как такой Рэмбо, помните, да, всякие такие были с пулеметами, а я с арбузами. Абалымбо! У меня своя стихия, да? Побеждать врагов с помощью арбуза, с помощью вот этих вот красавиц ягод! Ух, боюсь уронить, боюсь. Ну а ты-то любишь арбузы? Да. Дружище. Если вы любите арбузы, поставьте лайки, подпишитесь. Я это говорю, чтобы вы не отпустили. Ты любишь? Да. Ну что, попробуем разрезать? Да. Приступим к надрезу. Вскрытие покажет. Мы как будто открываем сейф какой-то. Попробуй, Платон. Иди сюда. Давай. Ну-ка. Вообще вот я арбузы всегда выбираю как-то на интуиции. Они должны быть такие гулкие. Они должны быть немножко желтые. Здесь должно быть такое уже зрелое пятно коричневое, засохшее. Ну и хвостик. Лучше, чтобы был тоже такой чуть-чуть пожухлый, что ли. Хотя я покупал очень вкусные арбузы, когда хвостик был зеленый. Да. Но самое главное, чтобы он издавал такой гулкий, хрусткий звук. А особо вкусные, вот четко спелые арбузы, которые не переспелые, когда их режешь, они просто вот трещат и прям раскалываются. Тогда просто сахарные совершенно. Что, пробуем? Ну-ка. Но это вроде не раскалывается, хотя это ничего не значит. Лучше, во-первых. Фу-ху-ху-ху. Ну, с виду хорош, хорош. Ну-ка. О, как пахнет хорошо, друзья. Можно мне пойти? Ребята, это то, что надо. Можно мне тоже? Ну, какой же вкусный. Сердцевинку. Открывай рот, птенец. Уау! Вкусный? Просто прекрасный. Интересно, как там наша голубица кормит своих голубчат? Посмотрите какой. Просто фантастика. Вот сейчас смотрите. Этот арбуз где-то 12 килограмм. Я съем из него половину. Вот так. И потом я буду вот так вот еле ходить, и у меня под майкой будет вот так, наверное, пузо будет такое. Оно потом спадет, всего меня прочистит, но пока будет так. Самое интересное, что, не знаю, как вы, я не могу остановиться до тех пор, пока у меня уже где-то здесь не начинает ломить от переедания. Но это такая приятная ломота, хотя и сложная. Поэтому, когда вы собираетесь кушать арбуз, будьте в том месте, где вам можно полежать и пойти в туалет, правда? Все, друзья, будем кушать. Пока, Платон. Всем пока. Интересно, как там голубица кормит своих голубчат. Наверное, нормально у нее все. Да, голубчат закатали в голубцы.
Ага. Все, пока.